Комикс «Крипипаста. Приключения с Джеффом-убийцей». Глава 3. Ночной сталкер. И что? Вам этого всего достаточно? Уходите. Мы даем вам шанс. Так что уходите. Даже такой упрямец, как ты, может наблюдать, что если бы не мои слова, ты уже был бы мертв. Пожалуйста, просто уходи. Ты вернул своего брата. Пока мне не удалось найти мальчика, хозяин. Я потерял его в горах Оксфорда. Там слишком круто и слишком ярко, на твой взгляд, не так ли, Аубиксал? Да. Что теперь, господин? Мне продолжать поиски? Я презираю холод. Но если это ваш приказ... Не, для меня не так важно заставлять тебя искать что-то в снегу. Мы могли бы даже оставить все как есть. Однако... Что мы будем делать, босс? Свяжись с Калдер Виллидером и Вандервалд Драухом. Они хозяева местности. Если они еще там, они найдут его следы. Сию же минуту, хозяин. Я уже направляюсь туда. Он собирается трахнуть его? Ха-ха, да ни за что. Да, ему будет трудно там, в горах. Его задница так замерзнет. Он способен на большее, чем ты думаешь, Зигель. Пожалуйста, Фредди, будь здравомыслящим. Я просто не понимаю, почему, черт возьми, мой долбанный приятель должен присмотреть за этим чудом в перьях, которого ты привел сюда. Просто пока я не вернусь. Полчаса. Майкл, кажется, не возражает против этого. Майкл не нянька для избалованных поп-звезд. Как ты думаешь, почему он никогда не брал свою племянницу? Слушай, вас так много вокруг. Маски должен пойти убедиться, что каннибалы ушли, и найти кого-нибудь другого в качестве няньки. Он мой! И я не собираюсь делить его ни с кем. Вандервалдраук, какое-то время назад здесь потерялся мальчик. Последнее место, где мне удалось найти его след, это ваши горы. Не я принимаю решение. Пойдем, я отведу тебя к Калдер Виллендру. Он выслушает тебя и примет решение. Между тем, действительно великолепный план побега продолжается. О, черт! Теперь пути назад нет. Я сказал, что уйду, и значит, я уйду. Кучка придурков не удержит меня здесь. Что это снова было? Наш счастливый гость. Какого черта он делает? Что это было? Голос похож на нашего пленника. Безглазый Джек. Бен. Мальчики. Проверьте, все ли в порядке с ночным сталкером. Надеюсь, на этот раз есть причина для вызова. Ты такой страшный, когда так делаешь, безглазый Джек. Пак, Барсик, идите проверьте ночного сталкера. Разве собака не может спокойно съесть пиццу? Между тем, щенки делают все возможное, чтобы успокоить тяжело травмированного Ричарда. Я даже не могу... Что это было? Да ладно, брат. Хорошие щенки защитят тебя от большого, плохого монстра, которого ты видел. Да, ему удалось обратно успокоиться. У торговца было достаточно времени, чтобы закричать от ужаса, когда длинные, крючковатые когти зверя вонзились в его грудь, разрывая ее, как ужасный зияющий рот. Что? Майк Майерс и Джастин прочитали очень интересную и мудрую книгу. А Маски уверен, что каннибалы исчезли. Хорошо. Они наконец-то уходят. Будем надеяться, что они никогда не вернутся. Куда Джек опять пошел и почему взял с собой Пака и Барсика? Чтобы узнать, где сейчас находится Джастин Бибер. Мисс, я и мои агенты заплатят вам за наш скромный визит по одной важной причине. Мы очень нуждаемся в ваших выдающихся знаниях о местах и планах известных звезд. А я-то думала, что вы, придурки, больше не можете быть смешными. Говорит самое дешевое подобие Джеффи. Тик-так на часах, ровно полночь, время приступать. Стих, страх, открой глаза, мир теней отворил ворота. Кто здесь скрывается во тьме? Оплетают разом паутиной огненной, по пятам чуешь, гуляет смерть.